Здравствуйте, Донатос. Это видео про ваш байонет с новым установленным одуванчиком. Вот смотрите. Одуванчик установлен на клей. Уже запрограммирован, проверен в моей камере. Как видите, никаких следов на контактах одуванчика. После того, как я вставил и вытащил одуванчик в камеру из камеры, нет. Смотрите. Вот такая же камера. Canon 5D, как ваша. Совмещаем красную точечку на байонете с красной точкой на камере. Поворачиваем. Вот, как видите, диафрагма 1.4 запрограммированная. Фокусное расстояние 85 мм. Время входа в режим программирования 1 секунда. Вытаскиваем. Как видите, все контакты целые, ничего не повреждено. Как я вам говорил, единственная причина, по которой можно было вот таким образом и сорвать, и испортить контакты, это перекрученный, неправильно установленный на камеру байонет. Возможно, вы его неправильно накрутили на объектив и потом пытались вставить и перекрутили неправильно. То есть чип был не в том месте, оказался при установке байонета. Когда вы получите байонет обратно, вы сначала вставьте его также в камеру, потом приложите объектив шкалой кверху, отметьте время, место посадки, и потом только прикрутите его винтами. Вот, как видите, вставляю, вынимаю, ничего с чипом не происходит, и контакты в камере тоже все абсолютно целые. Вот, сейчас я это все упакую и буду готов отправить к вам обратно. Спасибо за внимание.